Полевском дом одного из жителей сторожит 17-метровая змея. Символ года хозяин смастерил своими руками из снега для внучек. Теперь кобра в короне – главная достопримечательность целого района. Несколько лет назад здесь горку снега жена нагребла, посмотрела, таскать ее лень стала, условно говоря. Посмотрел, лопату прихлопал, сделал усы, получилась мышка. Скульптуру из снега, дерева и пластмассы Евгений Глумов смастерил за 2 недели. В итоге королевская кобра растянулась на 17 метров от головы до кончика хвоста, а в высоту змея – 3 метра. Строительный опыт у пенсионера большой. Он уже 4 года лепит символических животных. Были тигр, мышь и кролик. А нынче снежных дел мастер взялся еще и за дерево. Внучкам смастерил финские санки, как в сказке «Конек-горбунок». Снежная змея у его дома простоит до оттепели, но полевчанин уже обдумывает следующую работу – символ 2014 года – лошадь.